Так, сегодня в Центре дополнительного образования ХОСТа прошел образовательный турнир «Воинская слава России. История и современность». Это уже четвертая подобная интеллектуальная игра, но впервые помимо школьников к участию в турнире пригласили воспитанников клуба «Гренадер» и настоящих военных, новобранцев военно-космических сил. Образовательный турнир включал несколько этапов – представление команды, дебаты и презентация так называемого кейса. В его основу легло сражение в Бородино. Ребятам нужно было презентовать схему сражения, попробовать написать письма от лица солдатов воюющих сторон и попытаться дать свою оценку этому важному сражению. Какова образовательная цель нашего мероприятия? Ну, во-первых, мы говорим про воинскую славу России. Мы вспоминаем исторические даты, которые повлияли на ход, достаточно, на ход сражений. Вот. Мы говорим о умении ребят находить информацию, не только в учебнике. А вот, мы говорим о том, чтобы ребята, даже пускай военные, да, но они должны все равно уметь решать творческие задачи. Ну а вообще в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы Центр дополнительного образования ХОСТа в этом году подготовил порядка 40 мероприятий. Кстати, по итогам прошлогоднего месячника ЦДО ХОСТа стал победителем.